понедельника, с 1 сентября мы начинаем каждый понедельник в этом клубе играть в ансамбле Анатолия Герасимова, который не так давно ушел от нас, но оставил после себя очень много хорошей, красивой музыки, которую мы играли вместе с ним и которую не играли. У нас огромная папка нот, вот сзади меня стоит, и мы будем, наверное, разучивать, знакомить как бы вас, и сами будем знакомиться с этой музыкой. Вот, что хотелось еще сказать. Это был, для тех, кто не знает, это был выдающийся музыкант, который прожил часть своей жизни в Америке, в Нью-Йорке, несколько лет прожил во Франции, в Париже, и потом вернулся на родину. И создал свой ансамбль, в котором вот часть ребят, которые сейчас стоят на сцене, играли с ним многие-многие годы. У нас были очень теплейшие отношения с ним. Вот, и с Арайком, с арт-директором этого клуба, мы приняли такое решение, что мы продолжим жизнь музыки, которую написал замечательный музыкант. Ну и мы продолжим на этом. Спасибо.
Thank you.
Thank you.
на рояле. Николай Сарабьян на гитаре. Вартан Бабаян Кардуся. Алексей Кравцов, ударный инструмент. Меня зовут Антон Ревнюк, бас. Ну и, конечно, музыка Клоя Герасимова, которая всех нас объединила и вас порадовала, я надеюсь. Большое спасибо, приходите каждый понедельник. Андрей Красильников, саксофон. Главный. Дорогие друзья, приходите каждый понедельник, с сентября месяца. В этом сентябре будет через понедельник, верно, Коля, молодец, что заметил, будет 15 и 29 сентября, а с октября каждый понедельник. Спасибо большое.